Здравствуйте, меня зовут Лариса, и я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я хочу предложить вам приготовить вместе со мной вот такую рыбу. Это пангасиус со стручковой фасолью, шампиньонами и сыром. Итак, приступим. В смазанную форму маслом растительным я выкладываю нашу рыбку. Она у меня уже замаринованная. Солью, перчиком. Можете добавить приправу для рыбы какую-то или просто свою любимую приправу. Также можно добавлять и овощи по своему вкусу и по сезонности. Это может быть и цветная капуста, если вы любите, и брокколи. Ну, все что угодно, на ваш вкус. И можно и с кабачками сделать. Я думаю, это тоже будет очень вкусно. Теперь я сюда высыплю стручковую фасоль. Я очень ее люблю. И часто и омлеты делаю с фасолью. И могу просто в сметане потушить. Очень мне нравится. Теперь сюда грибочки. Грибы мы тоже все любим, поэтому у нас грибов много не бывает. Я могу еще и пока крошу, пол грибочка съесть сырым. Ну, я, конечно же, мою их после того, как приношу с рынка или с магазина. Но очень люблю сырые грибы. Так, и все это засыпаем сыром. Такая будет у нас красота и вкуснота. Отправляем в духовку на 30-40 минут.